Так, всем привет! Ну что, буду делать сейчас макияж с помощью новинок использовать. А сейчас у меня в руках это такая как база, основа под тональный крем BB из линеечки It's Collagen BB Booster. У него, кстати, защита SPF. Такой приятный аромат. Так, вот это пятно у меня пигментное. Я локально вот нанесу сейчас наш концентрированный. Ультра Cover Foundation. Мы все пудрой закроем. Так. Ты чуть не уронила. Так, теперь нам нужен тональный крем. Люблю я сейчас в последнее время использую Neo Serum. Также мы выдавливаем. Такая мне кисточка очень даже нравится. Хотя даже в принципе достаточно уже вот этого бустера, он уже как-то выровнял тон кожи. И да, действительно, повседневку можно его наносить. Теперь мы берем вот этот консилер. Я его еще ни разу не использовала. Вчера только получила. Вот такой аппликатор. И вот в эти места. Тоже такой приятный аромат. Вообще здесь еще есть вот такой аппликатор. Сейчас будем с помощью него. Так. Дальше беру обязательно вот эту пудру. Кисточка. Теперь мы берем тени. Обычно вот здесь на навершие века, вот на эту зону всю подвижную, я наношу какой-нибудь темный оттенок такой. Так, тени буду использовать вот эти. Это у нас из линеечки It's Clear. Так, 5878 артикул. Ну, как бы приподнимает века. Так, потом я беру вот такая кисточка скошенная. Я буду с помощью вот этой палетки прорисовывать вот здесь вот это веко, самый вот этот. Субтитры сделал DimaTorzok.
теперь я бровки свои нарисую. Так, такой карандашик чуть-чуть у меня осталось его. Теперь берем такую кисточку. Так, теперь кисточку маленькую и возьму. И берем румяна артикул 6410. Так, кисточку. Падали звезды, падали, мне ничего не говори. Про себя желание загадай, и оно исполнится, просто знай. Падали звезды, падали, мне ничего не говори. Просто знай, это саморазрушение, и в зеркале давно уже нет. А где же та девочка, что верила в чудо? Остались только шрамы, разбитая посуда. И черт его знает, как эту жизнь надо жить. Но я точно знаю, не по течению, и это занесет.
стику 411-33. Так, и помаду используем вот эту коллаген. Помада Филлер. У меня быстрый мейк получился. Ну что, вот такой макияж у меня получился быстренько. Использовала я что? BB Booster. Это новинка из линейки It's Collagen. Так, из новинок что мы использовали? Тушь Miss Curl. А дальше помада у меня на губах сейчас, артикул 411-56. Так, у туши артикул 56-761, у BB бустера 67-91. Так, дальше использовала любимый свой тональный крем, сейчас в последнее время его использую, 66-18. Так, дальше тени. 58-78. Из новинки также использовала консилер 68-11. Ну и любимая моя последнее время пудра Халяль 63-80. Также моя любимая палетка. Вот именно вот этот, да, использовала. Ну и палетка теней. Все.